Привет, дорогие друзья, с вами я, Виталий Вит, и вы находитесь на канале Русский Симрейсинг. Сегодняшний очередной видос по Ричардс Бёрс Ралли я запишу в рубрику «По заявкам телезрителей». Сейчас объясню, в чем дело. Значит, под моим последним видео, где я обзорю очередной этап по Ассетти Корса, мне написал вот такой товарищ, называет он себя «Быстрый очень». Виталий, здравствуйте. А вы что, решили совсем забросить прохождение по Ричардс Бёрс Ралли? Просто судя по последним вашим видео, видно, что вы ударились в чемпионаты по Ассетто Корса. Успехов вам, конечно. Понятно, что новый опыт и все такое, но про нас, поклонников ралли и РБР, не забывайте, пожалуйста. Удачи, ждем новых видео. Ну, что сказать, как говорится, одновременно и приятно, и одновременно меня обескуражил этот коммент. Приятно. Да, в последнее время я как бы ударился. Ну, не то, что сказать ударился, просто начал участвовать в чемпионате по Ассетто Корса. Меня давно туда, как говорится, звали друзья, которые давно катают в этой игре. Но хочу вас заверить, дорогие мои раллийные друзья, можете не переживать, я как делал видео, как катал в Ричардс Бёрс Ралли, так и буду с удовольствием это делать. И на новом плагине, и на старой физике, так что не переживайте, все будет нормально, и я буду работать в этом направлении, не переставая. Сегодня у нас очередной видос по Ричардс Бёрс Ралли, у нас сегодня будет новая трасса. Мы будем находиться во влажной Японии, во влажном Нойкере. Трасса называется Нойкер. Почему она влажная? Ну, там, естественно, повышенная влажность. Чуть-чуть колесиком, хоть задним, хоть передним одним попал на траву, и все сразу увяз, завяз и так далее. Ездить я сегодня буду, разведывать эту трассу. Ну, я как бы, конечно, уже знаю все трассы, но так как видео у меня по ней только вот-вот и выходит, как из печки пирожки, значит, я буду разведывать ее, соответственно, как по привычке, по обычаю уже, по нашему с вами сложившемуся, на новой физике, на NGP-шной. Ну, а потом, естественно, через какое-то время я уже буду проходить Нойкер на старой физике. Итак, вроде все сказал, вроде все объяснил. Еще раз спасибо за добрые слова. А, и вот еще, что чуть не забыл, один еще товарищ написал, когда я делаю видео, и как бы после своего проезда с рулем, с коробками, я вставляю повтор. Вот он попросил, вставь, пожалуйста, повтор от третьего вида, чтобы было видно, как ты машину перед поворотом уже готовишь, закладываешь, выставляешь, ну и так далее. Я как бы опять же иду навстречу вам, я с удовольствием это сделаю, но хочу сказать, но я перемешаю повторы, то есть с общего вида и с такого. А почему? Потому что мне показалось, что на новой NGP-шной физике какие-то очень такие красивые повторы, особенно вид с вертолета, прям получается так, что как бы снимают как экшн-камеры рыбий глаз вот этот вот. И много прям захватывает всего, и вообще такое красотище. Но, может, мне показалось, но, по крайней мере, в старой физике я такого не наблюдал. Итак, с Богом. Значит, погнали. Быстрый заезд. Япония, Нойкер. Хорошая. Так, хендайчик наш любимый. Ручная. Так, перескар выключаем. Как всегда, я ничего не настраиваю. Едем на абсолютном стоке. Погнали. Три, два, один, старт. Левый 5, 70. Правый 6. Правый 5, 70. Ого. На, трамплин, 50. Левый 6, длинный, 100. Держись правее, на, через горку, 100. Правый 6, 100. Левый 6, правый 5, 100. Держись по центру, на, через горку, 50, левый 5, 30, левый 6, держись по центру, на, через горку, левый 5, 200, правый 4, срезай, сразу, через горку, 30, правый 6, 100,
Левый 6. Правый 5. Срезай. Нам через горку. Левый 4. 100. Правый 6. Нам через горку. 70. Правый 5. Левый 3. К выходу круче. 30. Правый 2. Правый 3. Левый 5. 30. Правый 6. 50. Левый 3. Правый 4. Правый 6. На. Через горку. 30. Правый 5. Правый 5. Левый 3. 50. Через горку. Правый 5. 30. Правый 5. 30. Левый 4. 100. Правый 5. 50. Левый 5. 70. Левый под 90. 30. Левый 6. Правый 4. 30. Правый 4. 30. Левый 2. 50. Правый 4. Левый 4. Правый 4. Правый 2. Правый 5. 50. Левый 5. Левый 3. 30. Правый 4. 30. Левый 3. 30. Правый 5. Очень длинный. Правый 5. Левый 4. 50. Держись по центру. На, через корпус. Левый 5. К выходу круче. 30. Правый 5. 30. Левый 5. К выходу круче. 30. Правый 3. 30. Правый 4. Очень длинный. 50. Правый 5. 100. Левый 6. На. Через горку. 100. Левый 5. К выходу круче. 150. Правый 4. 30. Левый 5. 100. Правый 6. 50. Левый 5. 50. Правый 6. Правый 3. Очень длинный. Левый 3. 50. Левый 6. На. Через горку. 150. Правый 4. К выходу круче. Левый 4. 50. Левый 5. К выходу круче. Правый 5. На. Через горку. 70. Левый 5. 100. Правый 6. На. Через горку. 200. Левый 6. На. Через горку. Левый 4. 70. Правый 4. 50. Левый 4. 100. Правый 6. 50. Правый 4. Левый 4. Левый под 90. Левый 5. На. Через горку. 100. Правый 3. 30. Правый 5. 30. Левый 3. 200. Левый 6. 50. Левый 6. Правый 4. Левый 5. 70. Левый 6. 70. Правый 3. Длинный. 100. Правый 6. 50. Левый 4. Очень длинный. 70. Правый 3. Левый 2. 70. Правый 4. Через горку. На. Левый 6. 50. Левый 5. 50. Левый 6. Держись по центру. На. Через горку. 70. Правый 5. 50.
Левый 6. На, через горку. 150. Левый 5. 30. Левый 3. Длинный. 30. Правый 5. 30. Левый 6. 30. Правый 5. Правый 5. 50. Правый 4. Выход очень близко. 30. Левый 4. 30. Левый 5. 30. Левый 5. 70. Левый 4. Правый 2. Левый 4. 30. Левый 6. Держись по центру. На, через горку. 100. Левый 5. 100. Держись по центру. На, через горку. 50. Правый 3. 50. Левый 4. 30. Держись по центру. На, через горку. Правый 4. 30. Правый 6. Левый 5. 50. Левый 5. Не резай. 50. Левый 5. 30. Левый 6. На, через горку. 150. Правый 5. 200. Через горку. Левый 6. 200. Левый 2. Правый 3. Длинный. 100. Правый 5. Левый 3. Очень длинный. 30. Правый 3. Очень длинный. 100. Левый 3. 50. Правый 5. Финиш.
понравилось наше начало ознакомления с этой трассой. Я старался. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.